Доброго дня. Сегодня у нас вот такой вот душ. И вон он, туалет. Обзор. Очередной душ, туалет. Потому что, видите, разные бывают, поэтому мы разные снимаем. Хотя они весьма похожи, но отличаются. Чем прежде всего? Бывает вот повыше, ножки побольше. Потом бак вот такой, особенный. Нестандартный, 120 на 120. Мы такие баки не любим. Причем здесь сделали противосъем. Противосъем сразу говорю, не меньше 1000. Такой противосъем такой, какой должен быть. Они там из профильной трубы или там просто обозначение, что противосъем. Хотя и этот можно усиливать, хотя его можно демонтировать. Но вот такой стоит минимум 1000. Если хотите душ просто профлистом, то это будет входить в цену. Так стоит, допустим, 11, что вон душ, что туалет, это мы отдаем на сегодняшний день цена. Так. Расскажем. Поликарбонат сотовый, 4 миллиметра. Ручка. Что еще? Ну, вот такая защелочка, вот так заходит, все открывается. Да, петли сразу. Это петли на подшипниках. Это не какие там рояльные, которые мы на оградке, вон эту ритуалку ставим, вон они красятся. Там больше-меньше размером, это все несерьезно. Дальше. Это даже не точеный, это лучше петли. Я уже рассказывал неоднократно, но здесь вдруг кто не видел, первый раз смотрит наши души, вот эти петли. Видите, их надо смазывать, конечно, следите обязательно, потому что не будет следить, у вас любой заржавеет и любой сломается. Так вот, открываем, да, четверка, поликарбонат. Если делать окантовку, сразу говорю, будет дороже. Скотч, ну, такой специальный, и потом еще делал специальную планку, это будет дороже. Вот. Вот такая дверь. Видите, каркас усиленный. Вообще мы делаем душ даже до 10 тысяч. Но сейчас давно уже таких не делали. Ну, вот, потому что тут более усиленная версия, улучшенная. То есть вот тут планка 40 на 20. Здесь тоже защелка с этой стороны. Ручка вот одной стороне вполне достаточно. Вот. Дальше. Что здесь плюсом? Полочки мы поставили, две штучки. Видите? Функционально довольно-таки. Вот у нас полы, да? Доска 40 идет. Специально, чтобы зазорчики были, щели. Дальше. Видите, 40-я, причем обработана как, да? Ну, с торцов мы не обрабатываем, ну, я имею в виду, не поливаем там, хотя это все можно сделать лачком. Это тоже плюс, естественно, денежка стоит. Специальное средство, микрон. Я не знаю, есть банка показать. Ну, давайте покажу, чтобы на голословном не быть. Вот он стоит. Такие краски мы заодно, видите, посмотреть, красим. Вот такой вот микрон, Олимп, видите, деревозащитный, лиссирующий состав, ну и пошло максимум защиты древесины от атмосферных осадков, влаги, выцветания, на солнце, ну вот так вот, грибки там, вот такая вот у нас, кстати, краски, видите, тоже разные у нас, чем мы красим, вот, кстати, мангал, видите, 900 градусов, так что... Компрессор у нас заработал. Ну так вот. Вот так вот. Вот этим мы обработали. Тут рубаночком сняли. Если не снимать и не обрабатывать, будет дешевле. Так, ну на полке я говорил, это вот для наглядности я поставил, да. Что тут можно там мыло положить. Там какую-то емкость поставить. Пожалуйста, шампунь, вот у вас будет готов. Вот такой вид. Дополнительно мы пару планочек. Потому что тут вода будет наливаться, она все-таки, наверное, прогинаться начнет. Хотя, я думаю, она не прогнется, потому что периметр их можно было и не делать. Это там клиент попросил. Видите, вот раз и два, да? Хотя ничего и не будет, он уже каркас, вот бак, как бы, для жесткости. Ну и по периметру никуда он не провалится. Вот, минус такого бака, мы такие баки не торгуем, он вылезает. Хотя, с одной стороны, он как крыша, да? Но вылезает, противосъем надо делать и больше. Понимаете? Он 120 на 120, поговори, там доставка. Вот мы сейчас, кстати, ну что про душ, я все рассказал. Кстати, вот доставку вот пришлось, видите, пятаки сейчас резать. Видите? Потому что он может не залезть, видите, срезали с этого конца. Потому что повезем и то габаритный, как ставить, как ложить. Просто в машин даже не залезают. Есть машин 1500, а то можно за 1000 доставить в тамбой. Вот, поэтому... Вот так, поликарбонат. Это так захотел, цвет такой захотел, толщину тоже захотел. Ну, то есть 1000 рублей противосъем. Мне где-то уже было рассказано про это. Ну, так закрывается все. С той стороны тоже так же.
саморезики. Видите, вон он против вас, вон он проходит. Там планка, и вот тут связан, чтобы его не разогнули. На, вот. Можно бы, кажется, еще усилить, но это будет еще дороже. Вот, и узоголка, почему, если кто понимает, то, это, я думаю, объяснять особо не нужно. Почему он из уголка 25 на 25. Он не вылезет, там специально у него крепление, то есть он не вылезет оттуда. Так, ну что, переходим к туалету. Ножки вот такие, какие они хотели. Здесь то же самое, пятаки тоже, видите, резали. Сейчас не залезть для транспортировки, сегодня мы их повезем. Вот крыша у нас 120. Ширина, да? Вот вид сзади. Тоже поликарбонат. Так, что тут? Крыша с профлиста, тоже 11 тысяч. Тоже так открывается, тоже ручка есть. Тоже полы такие же с двух сторон. Причем планочку мы сделали, чтобы они связаны были. То есть снимается едино планочка, причем даже дубовые нашли, из дуба. Здесь просто щель оставалась, но взяли тоже там, закинули. Это в 11 тысяч не входит, это сам клиент привез, мы ему по нему. Блин, все уже в пыли, откуда наберется. Ну вот здесь тоже для наглядности. Можно, кстати, реально у нас есть подсвечники. Можно свечу в туалете поставить, бумагу поставить тоже мне. Но что тут? Подсвечник. Вдруг темно ночью. Зашли, свет нет. Подсвечник включили. Только поликарбонат, чтобы не нагрелся, не загорелся. Ну вот. Ну вот здесь можно тоже разместить. Разместить. Что? По минимуму, что можно. Захотите. Ну вот, что касается бака, вырезали мы дырку, прям вот смотреть, привез нам клиент, она где-то стоит 450 рублей в Тамбове, видите, вот так мы прям приложили, провели, да, провели и вырезали, тоже все обработали, видите, там для ребра жесткости, чтобы он не провалился, еще одна и вторая планка идет тут, и вот они тут, она и связывает, и чтобы она туда не рухнула, плюс там еще... Вот прожильно, видите, одна металлическая идет. И здесь каркас. То есть она еще на металлическом держится. Вырезали. И еще все засаморезили. Видите, саморезики по дереву. То есть он теперь стоит надежно. Надежно вместе с этой. Сама дно она снимается. Потому что вот так вот. Ну, тяжело будет тащить. Она очень тяжелая доска. Вот, тоже, ну, тоже снимается. Мы ее отдельно потом вставим. Это что по туалету. Тоже мы все зачищали. Если кто видел, мы зачищаем металл. Зачищаем. Красим. Тоже каркас такой же. Крыша у нас тоже вот она. Сами видите. Здесь все так же. Тоже тут такая защелочка. Закрывается. Стоит неровно. Но вот такой вид. Вот у нас это туалет. Да, высота его 2 метра где-то до крыши. Там внутри очень просторно. Ну и ножки. Хотя не обязательно так высоко делать. Здесь, по-моему, 2,10 у нас даже от пола до крыши. То есть во весь рост. Ну тут же кран будет, поэтому... Ну где-то 2, но может быть и мало быть. А 210, то есть от досок до... Туда 2,10. Ну там краны можно регулировать. Поэтому больше поликарбонат просто-напросто уже не растянешь. Он 2,10, мы в эту высоту берем 2,10. Но минус там кран и минус еще 4 сантиметра полы. Поэтому тут больше ничего не придумаешь, что дополнительно. Ну окошко такое можно вообще убрать. Ну так что, вроде симпатичнее. То, что поликарбонат, конечно, не знаю, сколько он прослужит. Так, вот они. Душ и туалет. Ну, на сегодня все. Там еще оград, конечно, красим. Потом ее тоже, может быть, снимем. Она у нас уже была. Теперь будет с покраской. Соберем ее. Ну, а так, сейчас вот мы их увозим с доставкой. Душ, туалет. Ну, до новых встреч. На сегодня у нас ничего не будет. До свидания.